лучший свет. Мы с вами чувствуем. Мы свободная европейская нация, и мы вместе, вместе победим. И наше главное требование. Бывший президент должен подать в отставку. Дорогие друзья, я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили. Хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою страну, независимость, свои семьи, своих жен, сестер и детей. Именно тогда, в середине 90-х